58 уральских школьников стали призерами областных олимпиад. Олимпиады состоялись по гуманитарным предметам и предметам естественно-математического цикла. Победителей наградили в торжественной обстановке с участием представителей городского отдела образования и акимата. Мероприятие приурочили ко Дню семьи. Республиканские олимпиады среди школьников проводятся ежегодно. В текущем году призерами стали 58 учащихся. Они участвовали в интеллектуальных соревнованиях по гуманитарным дисциплинам и точным наукам. За отличные результаты сегодня их награждают грамотами и подарками. Представители городского отдела образования отметили высокий уровень подготовки ряда школ. Лидирует, конечно, 35-я школа лицей. Каждый год готовит призер республиканских олимпиад. Точно так же у нас 44-я школа гимназии, 28-я школа. Ряд школ гимназии у нас. Уже четвертый год подряд наша команда, городская команда, занимает первое место в областном олимпиаде школьников. Наградили не только учеников, но и родителей. Мероприятие приурочили ко Дню семьи. Успехи детей во многом зависят от воспитания и примера старшего поколения. Сами же школьники рассказывают, что к олимпиаде готовились тщательно. Подобные мероприятия играют большую роль в формировании знаний. Я серебряный призер республиканской олимпиады по русскому языку и литературе на областном этапе. Также я представляла Западно-Казахстанскую область на республиканском этапе, где я также заняла второе место. Олимпиада была несложная. Задание, как всегда, у нас было два тура. В первом туре мы писали эссе, во втором туре задание по грамматике, по русскому языку. В принципе, задание очень интересное. Процесс подготовки к олимпиаде тоже безумно интересный. Он принес много пользы. Сейчас выпускники школ готовятся к основным экзаменам. Успешные результаты на олимпиаде, безусловно, помогут им в итоговых испытаниях и поступлении в вузы. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК-42.